Здорово, ребятки! С вами Андромалик, вы на канале Андромалик Плей, и сегодня мы будем играть в сотню разных игр, но какие игры выпадут, будет случайный выбор. Я теперь придумал, как я их буду выбирать. Короче, буду выбирать игру, играть от 3 до 5 минут каждую игру, и будет вот такой ролик на минут 30. Значит, я буду говорить, я буду крутить закрытыми глазами. Дальше останавливается, дальше я выбираю. Смотрите, здесь строк сколько? 6. Я говорю, например, 3, вторая строка, четвертая игра. Я потом открываю глаза и смотрю. Так, вторая строка, четвертая игра, мануал. Все. Ну, короче, вы поняли, да? Вот так выбираем случайные игры. Все, поехали. Значит, глаза я закрыл, крутану вниз. Значит, первая строка, первая игра. Вот она. Ну, считаем даже половинку, потому что, ну, как и по-другому. Вот, видите, не видно уже игры. Вот мы прокручиваем вверх. Это My Talking Angela 2. Ну, такая игра. Сейчас мы играем буквально 3 минуты в эту игру. И следующую игру сразу крутим. Сегодня не знаю, какие выпадут игры. Вы все игры, которые сегодня в выпуске, многие из вас писали в комментариях, я их скачивал специально для вас. Поэтому не стесняйтесь. Обязательно пишите, какие игры вы хотите на следующий выпуск. А пока что играем в Анжелу. 3 минуты, пошли, погнали. Немножко в туалете. Ребята, всем привет, приятного аппетита, кто сейчас кушает. Это была Анжела, и туалет, ничего страшного, это мультяшка. Ну, как бы это, все равно приятного аппетита вам, да. Хорошо, дальше ее причесать, походу, надо. Там. Видите, какая она такая, не очень приятная лохматость какая-то у нее повышенная. Во, вычесали лишние волосы. Теперь она красивая. И, знаете, у нас проблема тут с Анжелой. У меня нет денег, чтобы ее покормить. Я не знаю, что делать, видите? Ее надо кормить. У меня 0 монет. Если мы заходим в холодильник, как бы цены вон какие. 5-10 монет. О, есть за бриллиант вот этот. Вот, лимон могу купить. Подождите, лимон. А можно наесться лимоном? Давайте посмотрим. Лимон челлендж. Ей понравится вообще, да, лимончик? Ну-ка. Ну, да в целом нормально. Любит лимон. Хотя нет. Тебя вот зато танцы устроила. Все нормально, считаем, что она поела. Дальше куда отправляемся? Здесь у нас петь будем, да? На гитаре играйте, давайте. Тут кнопочки нажимаем. И получается какая-то мелодия случайно. Сейчас я вам покажу просто. Камеру лучше. Вот. Сейчас буквально 1 минута осталось, идем в следующую игру играть. Мы начинаем просто с Анжелы. Такая игра выпала. Мне неинтересно это. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Вот это что такое? А, это готовка, давайте делаем. О, перчик острый, давайте. Это что, у нас будут эти капкейки? Ну, типа, как они по-русски-то? Кексики, что ли, будут? Ой, как я небрежно все это мешал, вы видели, да? Кексики с остринкой у нас. Интересно, ей понравятся вообще такие кексики? Они же просто очень острые. Там халапеньо, перец внутри. Я сам такие не пробовал, я не знаю, что делать. Если и съешь их, совсем плохо будет. Так, ну давайте синий цвет можно выбирать тут, типа, или такой, давайте на половинку можно сделать, типа, и такой цвет. Дальше можно всякие красивости сделать, все, получилось. Теперь будем кушать, ну давайте смотреть на ее реакцию, ну там перчик внутри, ну-ка. Если перчик, она должна почувствовать, ну-ка. Ну-ка, где огонь? Давай. Фу, типа, со рта воняет или что это было? Я думал, ей просто горячо будет. Что-то выиграли. Билеты на полет. Все, первая игра заканчивается. Открываем наш мега-список. Закрыл я глаза. Крутим вниз. Значит, давайте. Первая строка, шестая игра. Первая строка. Ну, это уже не считаем, да, не видно иконок. Фишдом. Надеюсь, без интернета будет играться. Потому что это игра 3 в ряд от компании всеизвестной PlayX. Да, она хочет что-то скачать, ребята. Придет скачивать. Сейчас включу Wi-Fi. Ждем. Давай скачку. Все, пошла скачка. Да, все, уже скачалось. Play. Да. Мне говорит, connection loss, соединение потеряно. 107 уровень у меня еще. Если что, кто не играл, это очень няшная игра. То есть аквариум, вы все строите здесь. Вот это все, что вы видите, это я построил. Вот эти штучки, тут можно передвигать. А рыбок можно переименовывать. Вот, например, эту рыбку нажимаем на нее, да? Блин, сколько рекламы. Я давно не заходил просто в игру, она меня приветствует. Софи, называется Софи. Например, нажимаем, и будет эта булочка. Булочка. Все, эту рыбку булочка зовут. А эту Дейзи зовут. Дейзи, ну что это за имя? Что такое Дейзи? Вот, Таня. Это будет Таня. Всем понятно, простое имя, русское, все отлично. И пойдем. Я застрял на 107 уровне, я не знаю, как его пройти. Давайте, может, мне повезет на этот раз. Ну-ка. Какие-то покрышки здесь, вообще такого не было. В прошлый раз я играл, что-то другое было.
Так, бомбочка. Хорошо, начало хорошее. Сколько у меня ходов? 11 ходов всего, это очень мало, если что. Это очень, ребята, мало. Так, и что мне делать? Блин, столько этих синих уберем. Так, давайте оранжевых уберем. Так, 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 так. Так, тут, блин, 8 ходов. 8 ходов осталось. Так, слева осталось. А, нельзя так, да? Так, одна осталась, вот она. Все. Блин, 3 хода всего осталось, я прошел. Ну, это сложное время было, я пару раз не мог его пройти. Сейчас просто бонусов мне накидали всяких в начале. Так бы я это не прошел. Ну, давайте еще один уровень покажу, и все. Так, ежедневный заход нам дали молоток какой-то. Все, поехали. За 3 доллара нам предлагают открыть копилку, в которой, типа, накопились монеты. Но я не хочу. Так, 25 ходов. Это сложный уровень, кстати. 25 ходов. О, с бомбочкой сразу. А, она тут так работает ужасно. А вот так, если... Все взорвется, да? О, вот это круто, когда 2 штуки эти. Вот это круто. Все такое, правда, мелкое. Ничего не видно так. Так, ну что, как, что еще? Давайте вот так сделаем. Мне еще сколько? 17 этих, да, 16. Типа, о, взрыв, это прям ядерный какой-то. Бам, какой взрыв большой. Отлично, давайте синий еще уничтожим. Теперь красные надо уничтожить. Ту-ту-ту-ту-ру. 19 ходов и 3 всего клетки осталось. Ну, это супер легко. Бам, какой взрыв. 2 клетки, вот я вижу здесь клетка. Так, как ее, кстати... Ага, вот. И где последняя клетка? Я что-то слепой, наверное. Так, где она? Реально не вижу. А, вот белая. Угу. Жемчужина там. Белый цвет. Ну что, прикольная игра. Мне она понравилась. Вспомнил, давно играл в нее. Ну, а мы идем дальше. Случайную игру следующую выбираем. Глаза закрыл я, крутим. Давайте вторую строку, 5-ю игру. Вторая строка. Не знаю, считать. Название уже есть. Давайте вторую здесь считать. 5-я игра, да? Вот отсюда. Вот она. Tolkien Tom 2, да? Нужно Wi-Fi вырубать. Tolkien Tom не любит Wi-Fi, он любит рекламу. Поэтому Tolkien Tom только так. Ну, это типа Tolkien Angela 2. Это аналог, только если вам нравится Том, а не Анжела. То же самое сейчас будем делать. В туалет сходить. Вся стандартная процедура. Опять снова вам приятного аппетита. Можно закрыть, кстати, а можно наблюдать за ним. В Анжеле такого, кстати, нет. Там всегда смотришь на нее. Ну, не смотришь, наоборот. А здесь вот такую штуку придумали. Так, теперь надо покормить. У меня хоть деньги есть? Я здесь есть деньги. А то у меня не было денег там. Я не смог Анжелу покормить. Пришлось за кристаллы эти покупать. Ой, это что за пончик? Как будто он испорченный. Зеленый цвет такой. Фу. Это хэллоуинский, наверное, у меня остался. Был же Хэллоуин как-то. И пончик с Хэллоуина, походу. Давайте посмотрим его эффект. Что, нормальный? А можно этого покормить? Смотрите, он яблоко хочет. Подождите. Ну-ка. Да, что будет, если его кормить, кстати? А, он дает тоже. О, кстати, перчинку давайте смотреть. А то что-то Том спать хочет. Пусть проснется немножко. Ну-ка. Тоже сонно, ничего не поменялось. Давайте полетим тогда на самолете. Тут куда-то летать можно. Что-то тут делать, я уже не помню. Какие-то подарки собирать. Вот первый подарок. Что там внутри? Открываем. Перчик, яблочко, сыр. Ну, это еда. А что еще? Рогатки 2, какой-то ракетный ранец. Что это вообще? Бритва какая-то. Так, тут просто монетки. 20 звезд, это хорошо. И какой-то домик я открыл. Хорошо, можно попробовать, его написано. Замечательно. А тут что у нас? Что у нас тут? Ну-ка, ну-ка. Бим. Яблоко, яблоко, перчик. Это домино какое-то. Какая-то ерунда, честно говоря. Ну, давайте откроем. А, это у него прямо в комнате, где он спит. Можно бунгало такое сделать. Хорошо. Еще подарки. Подождите, они бесконечные. А, все, дальше рекламу смотреть. Хорошо. А это что такое? Ой, что это? Я что-то не помню, что это такое. Ракетный ранец. Ну-ка. А, можно играть с ним так? Ну-ка. А, что-то такое я помню делал. Ну, кстати, довольно сложная игра. То есть тут надо его держать ровно в центре. Вот. Не каждый это сможет сделать, на самом деле. Это типа мини-игра, она бесконечная? А, нет, ракетный ранец заканчивается. Видите, вот здесь вот. Индикатор, и ракетный ранец скоро закончится. И пока он работает, нам надо... Кстати, если 2 держать, он просто ровно вверх будет лететь, да. 2 кнопочки если держать. Ну-ка, ну-ка. Все, кстати, очки на 5 умножаются. Выгодно сейчас еще немножко заработать.
чтобы потом на них эти сундуки открывать. Один сундук 150, по-моему, требует вот этих очков. Сейчас мы 250, сейчас уже 300 заработали. 350. А, второй ракетный ранец пошел, видите? Так что мы можем еще немножко подзаработать. Давай. Ну, это скучно, конечно, скучно, ладно. А что еще тут есть? А вот это что такое? Это что? Так, запоминать мелодию, да? Пам, подожди. Пам-пам-пам. Хорошо, дальше. Это на память, ребята, тут все сложнее и сложнее. А, по три, ерунда, давайте по четыре хоть пусть дают. Раз, два, три, четыре. Вот, уже сложнее стало. Ого, пум-пум-пум-пум. Так, вниз, сюда. Раз, два, три. А, все, опять три. А я типа проиграл тогда, сейчас. Два, три. Ага. Раз, два, три, четыре. Так, сейчас он будет пять. Раз, два, три. А нет, раз, два, три, снова. Я думал, тут сложнее все становится. Раз, два, три, четыре. Ого, вот пять. Ого, прям шесть. Раз, два, три, четыре, пять. Так, два, три. Блин, ну это уже сложно. Ё-моё, бам-бам-бам-бам. Все, вроде правильно. Хорошо, поиграли в эту игру. Давайте дальше список всех игр. Кручу, закрыл глаза, кручу, верчу. А, пятая строка, третья игра. Так, пятая, раз, два, три, четыре. Так, пятая, третья. О, боже, это какой-то Пиноккио, да? Правильно же, это пятая строка? Да, Пиноккио выпал. Он, наверное, еще интернет требует или нет? Нет, не требует. Микрофон требует. Не говорю, не дам тебе микрофон. Пожалуйста, погладьте меня. Ну что, смотрим. Это, короче, Talking Tom, только на минималках. Это все пародии делали на Talking Tom, потому что Talking Tom супер-мега успешный был, а вот эти игры никому не нужные были. И они вот всяких Пиноккио делали, там, Том и Джерри всякие, Мистер Бин такой есть говорящий, там, какой-нибудь жираф говорящий, попугай говорящий, так кто угодно. Опять вот, видите, туалет. Один в один, как Talking Tom, только ужасная графика, здесь как будто один человек игру делал. У него нос, кстати, торчит, вот это прикольно сделали, мне кажется. Или это недоработка игры, типа нос торчит, просто типа столько пены нет. У него ж нос небольшой, кстати, он же когда врет, только у него нос растет, типа, он вроде не врал еще никому. Нос у него нормальный. Теперь он хочет поспать, выключаем свет, и первый, и сейчас второй уровень нам дадут, как в Talking Tom, смотрите. Ту-ту-ту-ту-ту! Да, смотрите, полная копия. А нет, второй уровень не дали. А нет, дали. Я рано сказал вам. А, не дали. Это просто типа обучение закончено. Так, какие тут мини-игры есть, интересно? Так, Jumping Pinocchio. Прыгающий Пиноккио, ну-ка. Так, а что можно делать? А, ничего, просто так. О, а вот это Doodle Jump, помните такую игру? Кстати, давно я ее не скачивал, надо скачать. Может быть, закажете мне в комментариях? Заказывайте мне игры в комментариях, ребята. Пишите, а я их скачиваю, в следующих выпусках поиграю. Пишите только, которых у меня нет в списке, потому что, может быть, ваша игра уже есть. Посмотрите, я иногда показываю весь список, кручу. И посмотрите, если там, там по алфавиту, вернее. Все от А до там Z, да, по буквам. Если ваша игра там А, она в начале, если Z в конце, если в середине, там буква R какая-нибудь. Ну, сами смотрите, вы знаете, наверное, алфавит английский. Это пора уже знать, на самом деле. Изучайте английский, всегда пригодится. Иногда английский в любой ситуации выручает, особенно когда вы в какую-нибудь страну поедете, в другую, не знаете ничего и будете нормально разговаривать, как будто вы всегда по-английски общались. Это полезно, выгодно. И нету никаких минусов учить английский. Ну, какие минусы? Наоборот, классно, будете знать. Фильмы можете на английском смотреть с субтитрами. Вообще класс. Музыку слушайте, знаете, там в песне какие слова. Но иногда такие песни бывают на английском. Вы просто не представляете, какие там слова. Это просто жесть. Ну, и в русских тоже не лучше, как бы. Но там такие слова, лучше английский даже не знать иногда. Так, ладно, Пиноккио закончился. Все, мне уже плохо от него. Давайте дальше. Закрыл глазки, кручу вниз. Давайте, вторая строка. Первая игра. Так, ну это первая, вторая. Блин, за Гренни будем играть. Я играл уже эту игру в каком-то из выпусков. Короче, это как Гренни, только ты играешь за саму Гренни, а чувак пытается там все предметы собрать и открыть, убежать все, ну, с дома. Я поставил максимальную сложность сейчас. Мы начинаем где? Мы здесь. Он, смотрите, он сейчас будет в своей комнате под кроватью, если что. Смотрите, прикол. Он всегда там начинает. Вот он под кроватью, если что. Но можно попробовать сделать так, что типа мы ушли, и он, наверное, выйдет оттуда. Давайте смотреть. Вот типа отойдем давайте.
давайте, давайте. Мы, типа, делаем вид, что, ну, типа, мы ушли. Он должен выйти, потому что я не знаю, что он там будет под кроватью сидеть бесконечно. Он под кроватью. Ладно, давайте, это, короче, он не выйдет, походу. Здесь игра такая, что надо сразу кровать проверить, и только после этого игра, походу, начинается. Проверяем. Вот он сидит. Мы его сейчас дубинкой долбанем, видите? Выбираем, нас какой силой долбануть. Сильно даже, сильно попалось. А это его типа здоровье. И ты за ним будешь гоняться и с дубинкой бить его. Пока здоровье до нуля не уйдет, тогда он проигрывает. И тогда начинается, наверное, вторая ночь. Это типа первая ночь, что написано внизу. Вон он побежал, смотрите. Это максимальная сложность, он быстро бегает здесь. И, наверное, соображает быстро, не знаю, быстро все подбирает, все, короче. Блин, я не попал по нему. В прошлый раз я за ним не бегал, просто смотрел, как он что-то делает. А сейчас буду бегать. Хочу посмотреть, что будет, если вторая ночь наступит. Долбанул я его один раз. Так, он на кухне. Так, еще раз долбанул. Хорошо. Где он? Подождите. А, наверх. Прикиньте, как он исчез. Он мигает, наверное, потому что я по нему попал, или что? Почему он бесконечно? Все, закончилось. Наверное, когда мигает, второй раз по нему попасть нельзя. Он сюда вот все вещи носит, вот сюда. Можно тупо стоять здесь и ждать, пока он нам все вещи принесет сюда. Видите, он вниз кидает их вот. И потом он типа их использовать будет. Когда все сюда накидает, все нужное. Как-то так это работает. Так вот опять бежит ко мне, смотрите. Я его просто жду. Бам! Сколько у него здоровья? Сейчас он еще раз будет пробегать, смотрите. А, он туда побежал, окей. Ждем. Сейчас он какой-то предмет вон с дивана что-то забрал. Тут видео, типа, должно быть рекламное. Рекламы у меня нет, потому что Wi-Fi. Сейчас я по нему не попал, потому что он мигает. По нему нельзя второй раз нанести удар. Пусть он немножко промигает. Сейчас будет бежать, смотрите. Это последний здоровье, может быть, у меня. Нет, еще один раз надо. Опять не могу. Он пошел вниз в подвал. Короче, он там бегает, все собирает. А ты его пытаешься бить. Сейчас он назад вернется отсюда. Ждем. Вот он идет, 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 идет. Бам! Нате! Одно здоровье у него. У него одно здоровье. Так, куда он пойдет? На кухню? Он пошел на кухню. О, через это. Да. Он, короче, одинаково всегда прыгает. В прошлый раз играл, то же самое он делал. Тоже тут сальто такое. Все. Вторая ночь должна наступить. Вы сделали это. И следующая ночь. Типа меняются предметы, еще что-то. И так надо вот так играть. Короче, идем дальше. Игра хорошая, наверное, кто любит Грейни. Крутим. Давайте третья строка, третья игра. Так, вот это первая, вторая, третья. Simon Cat. Ну, хорошая игра выпала. Реально хорошая. Simon Cat. Кто-то говорил, даже на андроиде нашел в магазине, я скачал, играл. Так что, ну, хорошая игра. Там просто с рекламой, а здесь это типа Apple Arcade, здесь без рекламы. Можно играть и кайфовать. Никогда никаких проблем не будет. Можно, кстати, на Apple TV, если у вас есть эту игру, скачать, играть. На планшетах, на телефонах. И на MacBook, если у вас Mac, там какой-нибудь iMac, там тоже можно играть, по-моему, в эту игру. Скачать с магазина Apple Arcade. Если у вас подписка Apple Arcade, конечно, есть. Она в Америке стоит $5 в месяц. А сколько она стоит в России, по-моему, уже нету сейчас из-за санкций. Но как-то обходить можно, я думаю. Если захотеть, я думаю. Хотя, не знаю, может, и есть подписка. Я там санкции не смотрел, если есть, нету. Может, все работает, на самом деле. Я что-то ерунду говорю. Санкции, может, и не распространяются на это. У меня 128 уровень сейчас, если что. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тут надо прям бомбить как-то. Бам! Ерунда. Ерунду сделал. Тут ходы ограничены, если что, ребята. Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Бам! Какой взрывчик был. Так, надо вначале эти камни ломать. И после этого тогда легче будет. Ломать. Нам надо вот эти семена вниз и все камни сломать. У нас задача. 30 ходов еще. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, где камни сломать? Где камни? Вот тут можно сломать. Блин, не ломаются камни. Что такое? Что такое? Так. Ломайся. Все. Семена упали. Теперь остались вот эти камушки сломать. Семена еще упали. Вот эти семена здесь остались. Тут надо камни как-то вот сломать по центру. С правой стороны, блин, сюда нельзя додвигать. Тут так, сломали камни. Так, сколько еще? Один пакет, вот он, и 10 камней. 16 ходов. Кажется, много 16 ходов. Я сейчас начну играть, у меня ничего не получится. Тут уже видно, что не очень все. Сейчас неправильно нажал, кликнул не туда. Ой, что ж делать, я застрял, ребята, не хочется использовать, тут бонусы можно использовать, но что-то так не хочется, как-то вам хочется показать, что типа я профессионал.
Pro, professional. О, бомба, 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 мне поможет, ну-ка. Ну, вниз. Блин, ну почему не вниз? Почему? О, о, о. Подождите, еще камней осталось. Чуть-чуть камней осталось. Блин, как же их сломать-то? Вот эти камни. О, о, бомбочка, бомбочка, бомбочка. Ну, надеюсь, она достанет оттуда. Молюсь. Не, не хватает, прикиньте, не хватило. 250 монет давайте потратим. Хочется, 5 ходов дали нам доделать все, все. Ну, чуть-чуть не хватило, я просто видео снимаю, надо было просто подольше подумать, не спешить на этап, типа пару ошибок допустил, там пару ходов пропустил, в конце не хватило буквально вот одного-двух ходов. Короче, вот так вот. И самая фишка игры, она на русском переведена, там можно поменять меню, и можно читать тут сценарий прикольный. Каждый раз ты набираешь звезды, за звезды ты что-то делаешь там в доме. Там участок равняешь, какие-то скамейки. Вот смотрите, как я восстановил, у меня тут уже красиво, это надо сюда смотреть. У меня вот тут восстановлен сад, беседки тут. Вот это все красиво сделано. Тут дальше продолжение. Вот здесь восстанавливать будем. Вот тут, короче, и какие-то соседи приходят ко мне. Здесь стройка, мы против нее, мы хотим остановить ее, чтобы тут ничего не было. Все надо сделать. Тут есть соседка, одна, вторая, третья. Там сосед злой какой-то, еще приезжают какие-то там чуваки, строители и прочее. Короче, тут сценарий бомбовый. Вот видите, три книжки, это три сценария внизу. Типа. Короче, интересная игра, рекомендую. Хорошая выпала игра. Ну что ж, закрываю глаза и крутим нашу шарманку. Давайте вторая строка, шестая игра. Ultimate Custom Night. О май гад, это у нас FNAF самый опасный, где выбираешь просто сколько монстров будут и проигрываешь за одну минуту. Ну давайте за одну минуту поиграем. Давайте случайным образом выберем вот таких вот врагов, я не знаю, как их назвать. Погнали. Ну что ж, считаем секунды, сколько я продержусь. У меня 22.00, запись видео. Я знаю, во сколько я начал. Давайте смотреть. Я сразу забаррикадирую дверь. Забаррикадирую правую дверь. Левая и правая закрыты. И мы можем просто наблюдать, что там... Я не сюда, извините. Вот. И будем наблюдать, что же там творится. Так, здесь вроде все нормально. Здесь можно еще вентиляционную систему проверять, закрывать. Вот видите, одну из трех дверей. Потом тут еще что-то нажимать. Я даже не знаю, что это такое. Объясните это... Мне сложно, короче. Я во все ФНАФы не играл. Здесь прям со всех ФНАФов. Тут еще музыка где-то вот тут играет. А как ее сделать? Music Box. Сюда нажимать, да, надо? А, поменять музыку. О. Что-то потемнело все, вы заметили? Походу, я проиграл уже. А что, свет появился? Я вот сюда нажал, что ли? Вентиляцию? Да все, хватит там. Подожди, а что двери открыты? Не понял я. Как двери открыты? Я проиграл? Я даже не понял, что я проиграл, честно говоря. Вроде и скримера не было. Сейчас будет, походу. Вот сейчас прям. Или что? Так, скример будет? Время идет, прикольно. Да, сейчас будет скример. Это был скример? На экране вообще ничего не было. Скример, ты где? Я, может, так выиграть могу. Просто чисто время ждать и все. А это сколько я выживаю? Вот же таймер есть, кстати, можно не смотреть было, не запоминать. Ладно, чушь, а не игра, давайте дальше. Сколько у нас еще? Давайте еще одну или две игры, сколько выпадет. Ну-ка, смотря какая выпадет. Так, давайте, вторая строка, шестая игра. Так, вот это первый считать или нет? Ну, давайте, вот Save the Dog, получается, вторая строка. Я же вторая сказал, ты же забыл, что я сказал. Наверное, вторую сказал. Давайте, Save the Dog, спасем эту собаку от всяких пчел. Считайте, это Майнкрафт, знаете, там пчелы летают. И здесь то же самое. Только тут хитрая игра, нужно Wi-Fi включить. Она скажет, ой, молодец, ты такой хороший. А потом Wi-Fi выключить, и он скажет... Что он скажет? А ничего не скажет, потому что я его обхитрил. Так, ну здесь понятно как, смотрите. Все, надо продержаться 10 секунд теперь, чтобы они не вытолкали никак ту защиту. Аккуратно, смотрите, как близко было. Вот они почти подкинули ее, подбросили. Это 47 уровень, я в эту игру много играл. Отлично, идем дальше. Так... Ну, здесь знаете, как можно сделать? Сейчас скажу. А можно так? Нет, сори, я не знал, что так нельзя. Так, реклама какая-то. Так. Так, тоже нельзя. Сейчас. Нет. Нет, подождите. Не-не-не, ну что-то не то, подождите. Как мне сделать?
Ну, Вава падает и падает. Что я должен сделать, чтобы он тут... А, подождите. Может быть... Надо зацепить как-то просто. Подождите. А что, если я вот такую сделаю фигню? Во! Надеюсь, пчелы не такие умные, сверху не прилетят. Нет, не надо, не надо, наверх не летите. 2 секунды, одна. Все нормально. Stormshot, кстати, в эту игру играл. Видите, реклама Stormshot, я играл. У меня на таком скачано. Или я на андроиде играл, я же путаю. У меня еще андроид же, планшет Huawei этот. Я там тоже скачивал кучу игр. Давайте еще на андроиде как-нибудь поиграем. Что, прикольно, на андроиде другие игры. Тоже так, список большой скачаю. Тоже поиграем. Так, что здесь? Здесь очень легко. А, здесь нельзя ничего делать. А, ну я знаю как, смотрите. Блин, а что ты перевернулась-то? Может, так надо сделать? Чё она переворачивается? О-о-о, идеально, идеально, идеально. Держись, держись, там в попу могут укусить. Держись, держись, держись. Всё, 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 всё. Но пчёлы были вот на миллиметре от попы. От укуса. Хорошо, давайте ещё последний. О, три! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А это что такое, я не понял. Это будет падать или что это? Ё-моё, оно реально падает. О, о, идеально. Идеально, еще и... А, надо две звезды. Подожди, давайте заново, чуть меньше сделаю. Не-не-не, а, последнюю собачку. А в нее, может, не полетят? Полетели. Ну-ну-ну-ну, держитесь, ребята, держитесь. Все, все, уже. Уже никак, все. Забаррикадировались, хорошо, молодцы. 3 звезды просто люблю, чтобы было. Меньше рисуешь, больше дают звезд, если меньше использовал чернила, так сказать. Ну что ж, ребята, вот такой был выпуск. Приходите на следующий выпуск, подписывайтесь на канал, если не сделали. Канал Undermalic Play называется. У меня там куча плейлистов, куча всяких роликов, еще другие игры всякие я играл. Так что смотрите и добавляйте в комментариях свою игру, которую хотите увидеть в следующем выпуске. Играю от 3 до 5 минут, и ваша игра может попасть в выпуск. Смотрите, сколько еще игр я не играл. Какие-то ваши, какие-то мои игры, какие-то я поиграю, какие случайно выберу, какие-то только ваши будут выбирать. Короче, разные будут выпуски, все впереди, не спешите, подумайте, какую игру добавить мне, пишите в комментариях. Все, до новых встреч, не болейте, хороших вам оценок, все будет хорошо, скоро хорошая погода, лето и все дела, каникулы, все, пока-пока, с вами был Андромалик, увидимся.